Хоть у нас уже есть специальное видео, все равно часто спрашивают, чем отличается Doom Mini от Mamba по мощности, что быстрее, что мощнее. И на самом деле у нас, говорю, вон уже есть видео, которое уже год лежит на канале, на котором, к сожалению, не так уж много просмотров, но в котором я ответил на вопрос, что все-таки быстрее. Давайте посмотрим буквально отрывочек из этого ролика. А пока давайте заведем наш арбалет. Начнем мы замер скорости с Mamba. Погнали. 111 метров в секунду. Неплохой результат, но давайте посмотрим, что нам покажет Doom Mini. Ну и теперь пришел черед Doom Mini. Берем его родной дротик, который идет в комплекте. Так же, собственно, как мы брали тогда, когда стреляли с Mamba, тот дротик, который идет в комплекте с Mamba. И стреляем. ...138 метров в секунду. Я думаю, тут все понятно, и с тех пор, собственно, ничего-то в скоростях этих арбалетов двух не поменялось. После этого ролика у нас выходили другие ролики, в котором я стрелял по различным предметам и сравнивал просто лоб в лоб Mamba и Doom Mini. И мы смотрели, какой из этих арбалетов на что способен более подробно. Поэтому посмотрите, вот этот ролик, он будет в описании к этому видео. Посмотрите ролики, где мы стреляем по кирпичу, по лопате, по алюминию профилю, по даже по бронежилету мы стреляли. Мы стреляли по различным, по огнетушителю, кстати, тоже интересно. Поэтому советую вам посмотреть все эти ролики, чтобы наиболее просто составить в голове представление, какой арбалет на что способен. Но если вкратце, то Doom Mini мощнее процентов, мне так кажется, на 20-30. Но и мощности Mamba, собственно, достаточно для большинства задач, для которых, в принципе, покупают арбалеты. Надеюсь, видео было полезным. Смотрите вот это видео.